Всем привет! Сегодня 16 декабря, морозы крепчают, у нас уже 30. Ну, ничего, мы не такое переживали. Все хорошо. Это я снимаю собачку, которая одинокая, все пасется, она не ходит с бандой собак. Она все-таки на одном месте пытается оставаться и дождаться своего, видно, хозяина. Ей постелили одеяло, так что она тоже не на снегу. Я положила ей еду, и вот она там кушает, а мы отошли, наблюдаем. Ляля на ручках сидит, греется. Вот так. Вот так можно наблюдать. Вот так можно немножко посмотреть. Буквально полминутки по сторонам. Я снимала еще сегодня кормушки для птиц, но они почему-то не попали в кадры. Ну ничего, днем сниму, потом покажу в следующем видео. Вот. А сейчас я Лялю отправлю домой, а сама пойду на стадион. Ходить, движение – это жизнь. Ходить надо летом, зимой, в любую погоду. Сейчас покажу кусочек стадиона. Вот там корт. Он залит льдом, но каждый день выпадает снежок, и поэтому работники вот сверху подливают. А здесь Ляли уже занимаются после прогулки, отогрелись, поставили елочку, поставили стаканчики, и сейчас Ляля будет находить вкусняшки. Я дала команду постоять, подождать, она стоит, ждет терпеливо, и сейчас с разрешения начнет доставать свои вкусняшки. Ну, как где получится, где-то достанет, где-то наступит на вкусняшку. Но она все тщательно еще и еще раз все попроверит, все стаканчики, и все они будут пустые. Все будет подобрано, все разобрано хорошо. А опять же, наши кадры прервутся на, как говорится, самому интересному. Ну ничего, не хватает памяти у телефона, хотя телефон хороший. Память маленькая. Вот. Вкусняшку немножко прошли.